Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Guns Up. И у нас две цели. Освой наступление, да, отправляйся на войну и уничтожь противника с двумя черепками. И освой защиту, это продержись 2 минуты во время защиты от компьютера. Ну что же, у нас война и есть задание. Что у нас по заданиям, давайте посмотрим. Тактический удар, держать оборону, неудержимый. Ничего я пропускать здесь не буду, все идет у нас по порядочку. Таймер задания через 16 часов обновится. Так, на склад я не пойду, потому что это донат. Ну что, нам надо с вами, наверное, выполнять основные цели. Война. Так, напади на базу другого игрока и защищайся от Орды. Вот, кстати, нам нужно защищаться, да, продержаться 2 минуты. Друзья, я попробую продержаться, не знаю, получится у нас или нет. Но, тем не менее, задание такое есть. Ну а потом, конечно, пойдем на войнушку и драться с противником, у которого 2 черепка. Это по заданию у нас. Так, ну что, я готов. Фух. Что у меня тут? Что, только ракета и минка, и все, что ли? Да ладно, что так жидко? Вон, смотри, смотри, уже бегут. Уже бегут архаровцы. Так, у меня есть ложная цель, у меня есть мины. Дай-ка я вот сюда вот мину поставлю. Да ладно, ага, все хорошо, все хорошо. Давай сюда залпик. Но... Бумс. Блин, да всего 2 уничтожил. Как так-то? Мне нравится, что у меня вояки в шапочках. Помните, мы же им надели новые примочки. Теперь они выглядят как крокодилы и прочее. Так, тихо, ребятушки. Надо... А хотя, что надо? Вот сюда просто поставим минку. Фак, а что случилось? Почему она взорвалась? Может быть, она через какое-то время взрывается? Аглоеды, куда бежите? Почему она не сработала? Нет, друзья, это мина какая-то рандомная. Ой-ой-ой-ой-ой, гранатометчик бежит. Гранатометчик, это плохо. Давай вот так вот ложную цель, так сказать, укажем. Вау, я взял, по-моему, напалм. Я взял, друзья, напалм. Можешь сжечь этого ханурика, а? Ядрени фени. Ты посмотри, что творит. Какой у них меткий гранатометчик. Почему-то мои такие... Косые, а у него... Во. Ну, ребята, ну добили, 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 добили этого глоеда. Прощайте, ребята. Вы мне были очень дороги. Так, слушай, он меня нервирует. Я просто... Вон еще тут какие-то... Так, все, хорош. Достали. Достали они меня. Ну, горите в аду, упыри. Так, атака. Что там приближается? Ракета? Не-не-не-не-не. Жалко, я не могу солдатиков своих никуда убрать. Как видите, их забомбили. Мне хоть что-нибудь дадут сегодня? Вот, что-то дают. Ложную цель. Зачем мне тут, блин, сейчас ложная цель? Сейчас, по-моему, тут меня разбомбят. 2 минуты надо было продержаться, да? Ага. А сколько я, интересно, уже держусь в данный момент? Непонятно пока. Ну, я больше уверен, что 2 минуты наверняка уже прошло. Счетчик у нас тут идет. Бамс, просто всю мою орду. Слушай, это уже не гранатометчики, это минометчики. Точно, друзья мои. У меня таких юнитов пока, к сожалению, нету, поэтому... И, кстати, вы заметили, что на защите базы у меня нет гранатометчиков? У меня чисто рядовые солдатики, и все. Прощай, палаточка, я буду по тебе скучать. Ну и что, остается им только разнести мое главное здание. Мой, так сказать, штаб. Что? Десантуру он мне еще сюда, прикинь, высылает. Да, слушай, как ты думаешь, это бот играет? Нет, по-моему, это компьютер играет. Прилетели орлы. Еще и напалм сбрасывает. Ну что, посмотрим, продержался я 2 минуты или нет. Новый рекорд 893. Получено наград. Слушай, по-моему, продержался. Друзья мои, 4 волны аж целых выдержал. Нет, выдержал 3, на 4 меня положили. Полковник, всему голова. Интересно, что полковник делает? Мне кажется, он как-то подбодряет солдат. Они становятся сильнее, круче, быстрее. Посмотрите, какие прикольные здесь будут потом костюмы. В данный момент головные уборы. Головной убор в виде телевизора. Прикольно. Или зайчика. Ладно, нас это в данный момент не интересует. Мы идем сюда. Задание завершено. Держать оборону. Слушай, отлично. Так, набор карт и ресурс. Бонусная карта. Угу, спасибочки большое.
Так, инвентарь, что у нас здесь новое? Интерфейс инвентарь, твой инвентарь, здесь все твои карты и ресурсы. Здесь можно улучшать бонусы, для этого потребуется 3 бонуса одинакового уровня. Также, когда ты достигнешь 8 уровня, откроется возможность перерабатывать карты. Ты сможешь объединить 3 карты и получить что-то новое. А редкость полученной карты будет зависеть от того, какие карты использовались для переработки. То есть тут уже появляется типа крафта. Набор обычных карт. Ну давай откроем, посмотрим, что нам здесь выпадет. Дай что-нибудь хорошее, прошу тебя, дай хорошее что-нибудь. Так, десантура, бонус к точности, здоровье бойца. То есть это получается, повышаем то ли атаку, то ли что. Не имеет значения, ракета, слезоточивый газ и точность. Две карты на точность. Я могу еще это или нет? Ящик ресурсов, откроем. У меня ключик есть, у меня 15 ключей, друзья. У меня 15... Давай открываем. Гарантированно, что нам там выпадет. Ну, я ж потратил. Открывается и смотрим, друзья мои. Смотрим, шляпы, ух ты. Горнолыжная маска, отлично. Я так понимаю, фиолетовая это редкая. Кстати, смотрите, ушанка. И охотничья шапка. Плюс 50 тысяч валюты. Даже 100 тысяч валюты. И 10 единиц динамита. Динамитом мы еще с вами не научились пользоваться. Так, я могу ящик бойца открыть, это простенький. Но, видите, друзья мои, нужно 25 ключей. А сколько здесь? 15. А ключики где мы с вами зарабатываем, я уже и не помню. Ну что, неплохо, я считаю, неплохо. Бомбардировка у нас есть, да? Точка сбора, десант, испытательный полигон. Это все можно брать. Так, отряд штаба. Отряд штаба. Добавить. Ага. Это переработка, да, у нас? Ладно, этим мы заниматься сейчас не будем. Ну что же, давай, наверное, теперь займемся нашим уже полигоном. У нас в данный момент 252 тысячи ресурсов, вот этих вот патронов. Что я могу в данный момент здесь хотя бы построить? Давай посмотрим. Склад. Ага, суточный рацион, кстати, нам нужно получить же, точно, друзья мои. Чуть было не забыл про него. Всего 5 золота. Ну ладно, это хорошо, это у нас валюта. Обычно золото здесь покупается за донат. Так, магазин подарков. Настройка. Настроить армию. Это, я так понимаю, сейчас будем с вами шапки раздавать, да? Изменить шляпу. Так, это у нас пехотинец. На нем стояла вот такая вот, да? А вот это что дает? Что за бонус? Ушанка тоже. По-моему, с ускоренной перезарядкой идет. Ага, вот это вот шляпа, смотрите. А, ну да, это стоит на гранатометчике, это на штурмовике. А, так, здесь у нас плюс 6 исцеления в секунду. Это на штурмовиках. Слушай, по большому счету нам это не нужно. Нам нужно... Погоди-ка. Нам, по идее, нужно вот эту шапку, но она уже занята. Вот это дает нам точность. Секунду. Вот, у него точность. Может быть, тогда скорость перезарядки. Друзья, пока не знаю. Не знаю, не будем гадать. Пускай все остается как есть. Чтобы, как говорится, не было хуже. Ну все, наверное, пора уже. Как нам строить-то, я уже не понял, а? Казармы? Нет, нам не нужны казармы. Нам нужно вот как-то сюда, да? Улучшить. Улучшить. Всего лишь 33 тысячи ресурсов стоит. Ладно, давай улучшать. А что делать-то? Покупаем, конечно. Какой уровень-то будет у нас? 4-й, да? Замечательно. Снайперская вышка тоже улучшить. Ой, она вообще дешево стоит почему-то так. Всего 6 тысяч ресурсов. Отлично. Так, что мы тут можем с вами? Это моя в данный момент территория, да? Да куда я могу ставить всякие постройки? Тайник. Нет, тайник, я помню, мы с вами нажали в прошлый раз. Тайник у меня все... Ага, вот оно как. Вот оно как работает. Убираются всякие елочки. Ага. Ладушки, то есть вот таким вот образом мы с вами расчищаем место себе. Ну что же, это очень хорошо. Сколько у меня вообще динамита-то? А то я сейчас весь его потрачу. Потом буду локти кусать. Вот, вот так мне больше нравится. Давай-ка мы с вами бункер, наверное, улучшим. Что такое, я не понял. Я уже думал, не хватает чего-то. Все у нас хватает. Ну и хотелось бы посмотреть, конечно же, новые какие-то... Так, тихо. Вот, штаб.
Размер базы. Слушайте, если мы с вами улучшаем штаб, судя по всему, и база наша увеличивается, да? Ну-ка. Улучшить. 35 тысяч. Нужно потратить больше очков постройки, развивать свою базу. То есть мне нужно, что, 180 очков нам не хватает, да, вот этих вот. А где мне их взять? Как мне вычислить, что мне хватает, а что нет? Штаб у меня пока первого уровня, это все ясно. Ладно, хорошо, давай будем улучшать тогда свои старые постройки до максимального предела. Сколько вот? Уровень 7, да? Могу я дальше улучшить? Деньги, конечно, тратятся как вода. Ага, шикарно. Еще ведь могу, да? 37 тысяч, как говорится, будьте добры, потратьте на улучшение. Естественно, я трачу. А могу я что-то вообще построить себе новенькое? Где же у меня, я помню, был где-то склад. Склад, где я мог что-то улучшить. Что это? Пенек еще тоже нужно уничтожать. Ё-просто-то, я-то думал, что все нормуль. Нет, ни шиша, ни нормуль. Пеньки, оказывается, тоже мешаются. Сила базы у меня 508 очков. Вернуться в центр. Задание, казармы, склад. Нет, это не на складу у нас все. Инвентарь, по-моему, да? Нет, не тоже, не здесь. Друзья, я запам... А, может быть, вот так надо? Да ни шиша, не так. Или я просто не могу больше здесь ничего построить. Хм, интересно. Ладно, хорошо, давай еще улучшим с вами вышку снайпера. У меня снайпер-то есть хоть? Чтобы посадить. Ну, по идее, он там должен быть, да, друзья? На автомате, так сказать, сидеть. Все, у меня последние деньги пошли. Я думаю, что пока на этом хватит по улучшению. Да и пора бы, наверное, войной заняться. Ну что, нападем на базу. Два черепка нам нужно. И я вижу здесь вот такого вот господина Инкуэнта. Давай в атаку, ребятушки, этого Инкуэнта сейчас накажем, да и все. Слушай, а мы можем, хотя уже поздно смотреть, можем мы или нет. Вот сюда я могу точно взять с собой что? Военные излишки. Не нужны мне никакие военные излишки. Плюс 2 к лимиту бойцов. Тоже непонятно, что это такое. Возьму, наверное, ракеточку, да? И возьмем мы с вами бомбардировочку. Без нее, наверное, будет туго. Выдвигаемся, друзья, выдвигаемся и наказываем нашего противничка. Надеюсь, у нас получится с вами. Ух, повышение. Смотрите, там какой, да, чувак с миниганом был. Так, Инкуэнт D31, поехали. Против Рэя Моррисона. Вот, бомбардировка у нас с вами. Ракеточка. Ну и будем потихоньку, наверное, вызывать наших ребятулек. Такие, мне нравится в шапочке. Вот это вот истинные чувачки, которые по горам должны лазить. Медика я не стал, друзья, брать, потому что, ну, помните, от него толку, что-то маловато как-то. Мы можем что сделать? Да много чего можем, в принципе, сделать. Можем, ага, вот сюда вот бомбанем. На дорожку. Опс, хорошечно. У меня еще одна ракета есть. Еще один залпик мы с вами сделаем. Ой, как крутенько-то. А почему-то эту вот башню не задело. Странно. Ничего себе ты, парень, тут. Не, так дело не пойдет. Так дело не пойдет. Да хорош ты. Стреляйте куда-нибудь в другое место. А не по моим солдатам. Ай, как смачно-то сейчас было. Я еще один напалм получил. Жгу. Жгу ихнюю деревушку к ядрени фени. Смотри, 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 как происходит. Ай, солидно. Так, что такое? Как? Кто посмел? А, понятно, вот это вот башня, да? Все-таки накатила, наказала моих солдат. Так, медаль пехотинца получил. Это, конечно, все хорошо, но мне кажется, что их тут очень много. В разы больше, чем моих солдатиков, да? Может быть, конечно, кажется. Давай, давай, друзья мои. Если что, я сделаю, может быть, ложный огонь. Да? Почему ложный огонь? Чтобы... А тут их мало, пока можно даже не тратить. Минусанули. Так... Ну давай, 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 родные мои. Так, тихо, стреляйте вот сюда, пожалуйста. Где там гранатометчик-то мой, а? Вон он, еле-еле идет. Давай-ка еще одного призовем. Ух, медаль штурмовик я получил уже. Это потому что мы наказываем их. Вот этих надо наказать. Давай, давай, молодец. Отлично. Да, он погиб, конечно, но он хорошо бомбанул, согласись, видите. Ух, кто-то из подписчиков мне сказал: Рэй, бери минометчика, как только он тебе откроется. Конечно, возьму.
Пумс, ай, смотри-ка, выстрел. Выстрел, красава. Не-не-не, ребят, давайте-ка стрелять куда-нибудь в другое место, я вас пока маленечко здесь поджарю. Ха-ха-ха. Ну. Ай, хорошо, снайперская вышка. Я вот только одного не могу понять, что он ее так бедную, знаешь, как. Если бы он спереди бы, я не знаю, какую-то защиту ставил, а он со всех сторон сделал какой-то щит из, извини меня, из матрасов вонючих. И думает, что он, снайпер у него там крутой. А, может быть, он повышал тем самым рейтинг своей базе. Может быть, такой тоже присутствует здесь. Знаешь, как вот больше очков нужно, и ты не знаешь, что тебе поставить. Ставишь такую ерунду, чтобы повысить ее рейтинг, и только после этого тебе дают возможность что-то новенькое построить. Эй, парни, стреляем вот сюда вот. Отлично, минус палаточка. Слушай, я тебе скажу, что мы офигенно с вами идем. Кто это бомбит, я не понял. У него что, база может... Ты посмотри, что у него база может. А ну-ка, газку не хотите внюхнуть? Короче, у него база, помимо того, что стреляет, она еще могла бросать снаряды. Ну что, победа, как я вам и обещал. Ух, боеприпасики. Отлично, 3 звездочки, полный бонус. Шикарно. Ух ты, зажигательные бомбы и ящик бойца. Это, конечно, все хорошо, ящик бойца замечательно, но ключиков-то у меня пока нету. Друзья мои, нету ключиков. Можно пустить на лом. Ну тогда ты получишь, наверное, какую-нибудь ерунду. Материалы. А, на боеприпасы. То есть мы с вами просто будем получать ресурсы. Невыгодно это на самом деле. Невыгодно. Ты что, как мне уйти отсюда? Эй, ребятули. В твоем инвентаре уже максимально доступное количество. То есть, друзья, в любом случае мне придется перерабатывать это в лом. Вот что оказывается. Так, будет чем стрелять, но это уж точно. Боеприпасы, топливо войны. Такой, знаешь, зелок едет полный, забитый боеприпасами. Ну что же, цели на сегодня выполнены, да? Так, мне дают валюту сверху, 5 кусков. Ну, а мы продолжаем. Какие следующие задания мне дадут? Эй, ребята, а задание-то вы дадите мне или нет? Или сегодня я сам себе предназначен? Как же мне повысить уровень, а, друзья мои? Улучшение, ну-ка. Используйте 180 очков постройки. А у меня 94, друзья мои. Ну-ка, сейчас проверим кое-что. Давайте-ка посмотрим. Например, бункер. Если я буду улучшать, мне накидывают сколько? 53 очка, ведь так? Да, друзья, вот, видите, да. Сколько мне прибавляется. Значит, я все-таки был прав, что тот чувачок матрасы неспроста набросал там, чтобы вот чисто улучшать очки построек. А нужно нам 180, а в данный момент у меня всего лишь 94. Дойду вот до сюда, до этой шкалы, да, и у меня будет 200. Только после этого я смогу улучшать себе главный штаб. Ладно, ну что, на войнушку пойдем еще, да, посмотрим. Вот здесь вот 8 уровень бы получить, но я думаю, это будет еще не скоро. Защищайся от орды... Нет, я не хочу, я вот почему-то больше люблю нападать. Так, этого мы с вами, вау, истребили. Опа-на. Еще одна победа, и у нас откроется вот этот сундук. Смотрите, тут у нас культ... Кто там? Культур. Культур. Айскрим этот подбитый у нас, по-моему, да? Вот, можем напасть на культуру. У него тоже, кстати, 2 черепка. Поехали, друзья, что будем рассусоливать? Нам нужно с вами повышать уровень, чтобы получать новых бойцов. Ты понимаешь? Получать новых бойцов. Дай-ка я кое-что тут гляну. Так, у меня вот медалей еще никаких нет вообще, понимаешь? Повысить. Интересно, когда будут даваться медальки, а? Я хочу, чтобы мои солдатики уже были крутыми. Ну что, берем с вами зажигательную, наверное, бомбочку, да, сюда. А сюда мы возьмем, наверное, десант. Нет, десант не надо. Газ слетачив. Нет, все-таки придется мне взять ракету. Я, знаете, что боюсь? Что мы сейчас на ранних стадиях игр потратим все наши бонусы, да? А потом будем с вами палец сосать, когда действительно будет жесткая игра, где действительно нужны будут снаряды, бомбы и так далее и тому подобное. А я буду бегать со следоточивым газом, да? Или с какими-то там излишками. И сам себя опять карать за это. Так, сосредоточить огонь. То есть это для моих уже, я так понимаю, да? Это ложная цель для них. Зажигательная бомба 2 штуки. И ракеточка. Шикарно. Идут голодранцы. Ну, пора и нам выходить. Пора и нам выходить. Что тут? Слушай, смотри-ка, они какие-то... В масхалатах, в белых, да? Ну, сейчас, по-моему, не зима.
Так, ранули. Не нравится мне. Отвлекаемся. А мои в этот момент крошат этих орлов. Отлично, шикарно. Не забывайте, что он может прокачать своих бойцов, и они такие будут простенькие. Видите, ребятульки потихоньку отхиливаются, потому что у них шапочки такие на отхил. А если я сделаю вот так вот? Зачем я это сделал? Скажи мне, зачем я сюда бросил? Вау, вау, вау. Я хотел на самом деле... Нет, не надо мне никакое сосредоточивание огня. Просто вот так вот запалим здесь. Отвлекаем. Пускай стреляет куда угодно, только не по моим. Вторую бомбочку вот сюда я ее сброшу. Полетели, полетели орлы. Ай, хорошечно, смотри. Минус башня. Так, ну а теперь, как говорится, для дорожки сделаем вот такую штуку. Просто бомбардировку. Бэм-бэм-бэм. А это что за гномик еще? Поставил он себе там гномика, видите ли. Понял? Слушай, что у нас с армией? Армия идет, идет. Потихонечку, но идет. Опа! Ты прикинь? Какой у тебя парень левел, что у тебя уже вот этот чувак? Ты, наверное, донатер, блин. Давай. Ой, хорошо, что не успел я поставить. Вот так вот. Бэм! Отлично. Слушай, у меня кончаются ресурсы. Друзья, у меня ресурсы кончаются. Знаешь, чем это грозит? Фейлом. Ну вот эту-то башню снайперскую-то снести вы можете или нет? Ну, куда ж ты? Ай, гранатометчик, родной ты мой, ты немножко... О, спасибо. Вот это, кстати, бонус прилетел, друзья. Обалденный. Может быть, еще все-таки поживем, подеремся. Бамс! Совсем, совсем другое дело. Дышите газку, упырьки. Ну! Строчим, строчим, строчим. Без остановки по этим гаденышам. Вот. Так. Нормуль. Смотри, вот здесь фламинго тут везде понарасставлял. Ну, у него, естественно, друзья, база стопудово не первого уровня, а где-нибудь второго. Может быть, даже третьего, раз у него чувак с миниганом здесь бегал. Так, мы потихонечку подкрадываемся, подкрадываемся. И начинаем бомбить базу. Не забывайте, что с этой базы тоже могут выйти солдатики. Ну, я, кажется, прав. И никого он здесь не вызовет. Давай, давай, гранатометчик. Что ты делаешь, братишка? Нормуль. Хе-хе-хе. Победушка, ну а как? А как иначе-то? Кто победил, тот и в куражах. Так, мы с вами получаем бонусы. Потихоньку я восстанавливаю свои деньги, которые потратил. Так, набор карт, отлично. Точка сбора и зажигательная бомбочка нам с вами досталась. Господствую в небе. Вызывай десант уже сегодня. Ну, десант, как тебе сказать? С одной стороны, хорошо, да, но с другой стороны, мне кажется, он высадится, если где-то в самом пекле. Его там быстро расстреляют. Что у нас тут в инвентаре? Ага, ага, давай-ка откроем, посмотрим, что друзья нам здесь выводит. Мне очень интересно. Ну-ка, ух, ёкулы-мэны, ты посмотри, как крутенько. Урон бойца, это что-то новенькое, по-моему, да? Ложная цель, бомбардировок, аж целых 4 штуки нам досталось. Испытательный полигон, я так и не понял, что мы с вами его не тестили. Ящик штаба. Ну, там нужны ключи. Альянс казармы. Эх, роднульки, я бы и рад бы вам помочь как-то вот улучшить, но пока не могу. Так, у них скорострельность. И медик тоже здесь неприкаянный. Вон, смотрите, инженер. Инженеры без устали готовы чинить ближайшие дружественные сооружения и грузовики. Ага, понял. Ну, при этом он еще, конечно же, наверное, может стрелять. Так, задание-то что у нас там сегодня? Есть, нету? Пропустить. Тактический удар. Совершить несколько чудовищных убийств предметами? Это как? Предметами? Это они имеют в виду бомбами или что? Набери серию из нескольких, точнее 5 побед во время атаки. А у меня только 3. Ага. Слушай, ну задание-то здесь нормуль. Есть, как говорится, чем заняться. Но самое интересное, мне нужно настроить карты ветераны. Проверить базу.
Лимит бойцов в ПВП 18, то есть вот сила базы 126, да, пока мы ее не апнем, у нас лимит базы вот 18 бойцов, и все, больше ты ничего не получишь. Как бы ты тут ни старался, что бы ты тут ни делал. Инвентарь построек, друзья мои, смотрим. Так, это нападение, это защита. Нет, дай вот я посмотрю новую постройку. Миномет. Оу, ПВО. ПВО. Слушай-ка, а давай пос... Блин, 8 уровень нужен, господи. А ты? А, гномик вообще за голду берется, понял. Фига, ты видел там на базе у него гномики там стояли? Так он, значит, донатер. Или накопил как-то себе, не знаю, каким образом. Ну, миномет на 6 уровне. Бункер. Да ладно. Неужели мне дали бункер поставить? Так, бункер это хорошо. Я его сейчас, знаете, куда-нибудь вот сюда. Ага. Вот здесь, кстати, неплохо будет, да, смотреться. Откуда там людишки-то выходят? Я не могу понять. Черт подери. По-моему, вот отсюда идет стрельба, да? Значит, он должен вот так вот просматривать все, да? Самое, по-моему, то, что нужно. Даже вот так вот маленечко развернем. Конечно же, будем ставить. Пускай он стоит. И, конечно, не помешало бы нам палаточку бы с вами сделать. Знаете, для чего палаточку нам не помешало бы? Потому что оттуда, именно из палатки, выходят солдатики. Из бункера никто не выходит. Он просто стоит и стреляет. А вот из палаточки-то, дружище, выходят как раз. Где у нас? Или вышку снайперскую? Блин, нет, все-таки палатку. А, понятно. Значит, поставим вышку. Раз не дают мне палаточку еще одну почему-то взять. Так, вот, ребята, вот направление видимости, откуда, как говорится, идет огонь. Давай, наверное, как вот так вот. Наверное, вот так вот пойдет, да? Все, будет шикарно. Отлично, друзья мои. И повысим, наверное, немножко уровень. Слушай, ну тут боеприпасы тоже, я тебе скажу, просто тают моментально. Сколько уже? 164. Совсем маленько осталось, ё-моё. Совсем маленько и в то же время очень много. Поехали, короче, на войну. Поехали на войну. Нам нужно с вами зарабатывать бабло. Давай проверим, кстати, свою базу. Как мы будем сейчас отстаивать ее. Пускай на нас прет компьютер, а мы будем с вами защищаться. Просто мне хочется протестить ее. Угу. Так, у меня ракетки, мины. Минами мы сейчас вот тут с вами все. Я надеюсь, они не будут взрываться сами по себе. Я знаю, что они любят там по кустам где-то шоркаться. Вон, уже идут. Вот сюда влеплю. Ну-ка. Е-е-е! Вот, слушай, вот сейчас было отлично, вообще великолепно. А, чудовищное убийство. Это, блин, друзья мои, я своих подорвал, ты прикинь? Я не... Ну тут как в реале, то есть, да, твои идут, если встают на свою же мину, то они взрываются. Стреляем вот сюда вот, ребят. Правильно, правильно, минометчики. Так, слушай, вот этот вот отряд мне здесь вообще не вперся никуда. Ну! Да они уже ушли с этой точки, господи. Надо, значит, так, на опережение делать. Ну! Ту-ту-ту-ту-ту-ту, снайпер, снайпер, снайпер. Чикай-то! Эй, снайпер, снайпер. Ну, я могу... Я могу вот так вот сделать. Да елки-палки, вышку снесли снайперскую. На-ка, получи. Кстати, а вот это вот у нас, что, друзья, мы можем получить. Видите, это как бы приближается вот. Так, третья волна. У нас рекорд был 4, да, 4 волны. Все, я понял. И прикинь, если мы с вами, например, все 20 минут простоим, что мне за это будет? Там на такие бонусы будут офигенные. Но этого я никогда не увижу в ближайшее время. Эй, родные мои, как же мне вас жаль. Ну дайте бон... Ты посмотри, как у них метко они стреляют. Что минометчики, что гранатометчики. Дай сюда. Ой. Ну тут промахнулся, но все равно как бы их взрывной волной снесло в ядре не фени. Всех причем. Смотри, тоже хиляются там. Атака. Оу. Шутить паренек-то не любит. Смотри, что сейчас будет. Жаль, жаль. Помс, он просто разносит меня в хлам. Давай-ка мы попробуем с вами ответочку. С большим приветом, так сказать. Ну. Ага. Выкусил. Хе-хе-хе. Буржуи. Ну, конечно, мы сейчас с вами потеряем снайперскую вышку, да? Тут еще, смотрите, десантура летит. А у меня ПВО нету, чтобы я смог сбить. Поэтому сейчас тут будет развлекалово полнейшее. Ну, высадились. А, вот оно что, друзья мои.
Мои башни не могут стрелять, а, естественно, они не видят их. Поэтому вот для чего десантура здесь очень хорошо работает. То есть ты берешь просто в тыл врагу, высаживаешь своих вот этих десантов, и они разносят все и снайперские вышки, и, ну, в общем, все. Все, что тебе мешало для... Что такое? Ага, напалм по мне летит. Ну, друзья, вы понимаете, да? Четвертая волна, как и в прошлый раз, у него уже огнеметчики тут вовсю орудуют. Да. Хм. Как-то уж больно быстро. Ну, получено наград. Так, смотрите-ка, мы с вами получили... Или не получили мы с вами вот эту вот орлика. Мне вот эти орлики как раз нужны для повышения наших бойцов. Они только с помощью них могут апаться. Так, особая операция. Взрывоопасное прикрытие. Прогресс 0 из 50. Это что такое? Уничтожить 50 минометов, ракетчиков и получить бонус неудержимости уровня 1. Можно повторить. 50 минометчиков? Вы шутите, что ли? Да, ребята, ули, конечно, с приколами. Блин, как мы медленно. Так, все, друзья, я пошел нападать. Текущая PvP кампания завершена. Открой сундук компании и начни новую. В плане. А, мне сундук сейчас дадут. Ага. Ну что же, точка сбора. И бомбардировка вместе с ракетой и атакой. Так, ну давайте продвигаться тогда дальше. Новые-новые противники у нас здесь. Монстр. По-моему, монстр нам уже попадался. Баррель вроде бы тоже. Может быть, это боты? Может быть, это боты? Хотя, да фиг знает, друзья. Поехали, выдвигаемся. Че будем тут тютюкаться еще с ними? Так, пятый уровень, да? Шестой уровень практически вот-вот. Вот мы его уже в руках держим. Остается только пару, наверное, боев сделать. А я в бой пошел, я бонусы-то не расставил, да? Ой, дурила. Ой, дурила-то. Как всегда, я лопухнулся. Я не взял ни бомбардировку, да, себе, ничего. Выдвигаемся, елки-палки называется. Блин, что я буду делать с этим с газом слезоточивым? Да, друзья мои, лопух. Лопух тут по-другому не скажешь. Ну, хотя бы так. Отвлекаем. Отвлекаем их не как... Во, во. А, это он по мне сорчит. Ты прикинь? Слушай, это, друзья мои, это не бот нифига, по-моему. Это реальный чувак. Это реальный чувак. Давай их газом всех. Ну, вот, смотри, как классненько. То есть... Ага, вышка тоже, когда в газе находится, она ничего не видит. Вот это уже совсем другое дело. Вот это я понимаю. Ух ты, смотри, 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 смотри. Это что за... Это кто такой? Парень, ты че? Ты ничего тут не попутал, а, родной мой? Что за фрукт? Две гранаты в него пролетело. Он ему хоть бы что? Твою же маковку. Е-е-е. Молодцы, молодцы. Вы красавчики, мои солдатики. Умнички. Мне, конечно, какую-нибудь бомбочку, гранатку получить. Какой-нибудь напалмик. Вот это база у него, смотри. Вот это база. Я, наверное, ребят, сюда зря рванул-то. А может быть, не зря, кто его знает. Кто его знает. Вот это, конечно, бешеный, нет, не этот. Там другой бешеный. Давай, наверное, газком потравим их маленько. Да куда же стреляешь, давай вот сюда вот. Ну. Вы издеваетесь сейчас надо мной, что ли? Сейчас же газ уже кончился. Ага, хорошо. Минус один. И сейчас добьют еще одного. Блин, совсем капельку не... Давай, 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 давай. Напалм, ты мне очень нужен сейчас. Понимаешь, что ты мне очень нужен? Вот он. Вот он, друзья, напалм накопился. Жгем к ядрене фене его палатки. Все его пожитки. Вот так вот. Будет знать, на кого батон крошить, да? Выходят, смотри, аглоеды выходят. Но мои это тут горнолыжники. Да, мои горнолыжники, друзья мои, получили по полной программе. Ресурсов-то у меня все. Нету. Минус. Минус. Эти хоть и стреляют быстренько, да, друзья. Но у них, по-моему, со здоровьем вообще беда. Видишь, мои-то вот эти вот горнолыжники. Это кто у нас? Это у нас пехотинцы, по-моему. Да? Или, да, это или штурмовики. Это пехотинцы. Штурмовики это как раз вот эти, которые стреляют быстро. Ватные, одним словом. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай палаточку. Это чтобы духа здесь больше их не... А, тут у него две палатки, оказывается. Кстати, вот это хитро он придумал. За матрасами спрятал палатку. Очень хорошо продумано было. Но у меня сейчас будет бом... Эй!
Тихо, а что так близко-то? Так, слушайте, друзья, нужно как можно быстрее тут нафиг взрывать его все. Мы можем так и не дожить до утра, до рассвета. Бам-бам-бам-бам-бам. Не то, не то. Хотя бы вот одну палатку бы уничтожили, было бы уже шикарно. А ты сам видишь, что у нас тут получается. Бабай какой-то. Так, хорошо. Давай-давай-давай. Блин, две палатки у него, а? Что у меня там? У меня припасы копятся. Вот! Вот то, что нужно, друзья. Вот то, что нужно. Жгу. Жгу к ядрене фени. Ага. Так, ну у него вот эта палатка противная тоже. Ну хотя бы с одной палатки пускай прут солдатики, чем, извини меня, с двух. Так, за матрасы, правильно делайте. О, минусанули. Сейчас отсюда пойдет опять гвардия кунг-фуистов. Вышла. Так, мои-то хоть бы прятались что-нибудь. Давай, 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 родные мои. Что там, что-то бомбит? Да ну, хоро... отвлечение огня. Зачем я это сделал? Вот, зачем я вот сейчас сделал отвлечение огня? Ой, лопух, лопух я, ребята, лопухнулся. Ладно, я надеюсь, что тут мы сможем их расстрелять. Так, время-то подходит к концу, друзья, время подходит к концу. Ладно, пускай подойдут поближе. Пускай подойдут поближе, и мы с вами, наверное... Поехали! Плюс еще машинка нам помогает, да? Осталась минута! Ну, мне кажется, друзья, я не успею за минуту здесь нифига сделать. Ну, машина, будешь бомбить? Чего ты не стреляешь-то? Вот, пошла, пошла бомбить. Нет, за минуту никак. Не получится. Куда ты поехала? Куда ты поехала? Эй, тачка. Ну, у него один, блин, 39 секунд. У него один штаб остался, друзья. А, нет, палатка же еще, ё-моё. Это вонючая палатка, которая стоит за вонючими матрасами. Блин, я рискую, друзья. Ну, за 25 секунд вряд ли. Вряд ли тут, конечно, что-то получится у меня. Была неплохая попытка, согласись. Но 16 секунд времени осталось. Ну все, на пределе. На пределе, друзья мои. 9. То есть, получается, что я эту войну проиграл? Да, потому что я за установленное время не уничтожил ему базу. Получается так, сфейлились мы с вами. Ай, друзья, а я старался на самом деле. Я... И мне еще и жетоны минусанули. Но опыт все-таки дали. Повторить. Нет, спасибо большое. Я повторю это отдельно. Вот специально из принципа. Знаешь почему? Потому что мне вроде бы не дали перед началом битвы поставить бонусы мои. Я пошел практически без залпа, без ракетного. Что? Друзья мои, на мою базу кто-то решил напасть. Мне говорят, усилься, укрепись, и будет тебе счастье. А что я могу сделать? Матрасы поставить, эти матрасы, где они? Где вообще эти матрасы, как они хоть выглядят? Вот я не вижу здесь никаких матрасов. Так, вижу заграждения какие-то. Что это? Что это я? Нет, 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 нет. Вижу вот какие-то заграждения, друзья мои. Зачем я его купил? Это заграждение дурацкое. Ну, предположим, чтобы вот с этой стороны нас не взяли врасплох. Ладно, давай посмотрим. Где матрасы, вы мне покажите, пожалуйста. Бочки разместить. Бочки, это, конечно, все тоже хорошо. Ловушки, украшения. Ну, хоть ты убей меня, я, друзья, не вижу никаких матрасов. Вижу флаги. Все, что хочешь, тут есть, тут, кроме матрасов. Очень интересно. Очень интересно, откуда они их взяли. Может быть, какой-то бонус. Не знаю, друзья, короче, 44 секунды. Сейчас я, по-моему, буду жестко тут отгребать. Так, палатка. Палатка у нас только одна, может быть, да? Поставлена, ну, в данный момент. Деньги неохота тратить, но надо. Надо. Давай. Кстати, смотрите, совсем чуть-чуть. И 6-й левел у нас будет в кармане. Ну, здесь уже, по-моему, не хватит. А, нет, хватает. Хватает. Ой. Так, нормуль. Поживем еще маленечко с вами. Проверить базу, ветераны. Настроить карты. Так. Добавить. Так, 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 так. Я, значит, отряд штаба. Ага.
Вот он что, ну, как понимаете, у меня карт именно для штаба. Защищайся, конечно. Карт для штаба очень мало. А там три ячейки было свободно. Одну я забил, а две остаются свободные. Ладно, давай смотреть. Мины. Я буду ставить их на ранних стадиях. Вот здесь вот. Я не хочу, чтобы мои ребятули здесь опять же на них напоролись. Пускай лучше вражина взрывается. Я вообще не понимаю, зачем мои солдаты бегут туда. Стойте здесь, дурики. Смотри, какая хорошо-то получилось. Чудовищное убийство. Ох, смачно. Так, я могу их, конечно... Могу ведь? Да, могу. Могу затравить их всех вот так вот газом. Напалмом, чтобы было им неповадно. Ай, хорошо, смотри, горят как. Замечательно, а? Барбекю готово. А вот их минометчики, ну это вообще имба какая-то. У него там что, снайперы вместо минометчиков бегают, ё-моё. Просто стреляет именно в толпу, именно куда нужно. Мои так почему-то косят. Ага, солидно. Давай-давай, аглоеды. Так, видишь, так бы они сбоку могли, а тут им приходится выходить. Башенка моя просекает это все дело. Отлично, так, где, куда? Давай, наверное, вот сюда вот. Блин. Блин. Нет слов, разнесли кедрени Феди. Давай, орлы, бегите, вон он. Что, а это уже в плане? Это проигрыш был или выигрыш? А что случилось-то? Я не понял. Третья волна уничтожена, и что? То есть я отбился, да? Ну, естественно, я отбился. Задание завершено, тактический удар, господи. Дали мне стену и дали мне бонусную битву. Постройка. А как будто я ей не пользовался. Я же ее вот буквально перед этим боем как раз и устанавливал. Ну что, друзья, нам остается совсем-совсем капелька. Поехали. Поехали, накажем. Вот здесь мы с вами поражение, да, получили в прошлый раз. Этого я не повторю больше. Вот здесь, друзья мои, я не взял бонусы или брал я их. Военные излишки. Возьму-ка я ракеточек сюда, да поболее. А сюда-ка я возьму, наверное, зажигательную бомбочку. Вот так вот. И будут знать олухи, как говорится, выделываться. Я не прощаю. Не прощаю никого. За поражение я буду мстить, друзья мои. И очень жестко, поверьте мне. Поехали, Реймор готов. Берем еще сверху бонусы. И все, я, как говорится, на коне. Да, мы продвигаемся с вами. И я вызываю наших главных ребятулек. Где там эти шитики? Стоят, ждут. Уже коленочки-то у них дрожат. Я просто вижу это. Я вот сейчас вот для начала, наверное, вот эту вот штуку уберу. Ой-ой-ой-ой, не рано ли я? Да не, нормуль. Да мы сейчас еще подпалим здесь. Ага, 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 ага. Нормуль. То, что нужно. Как раз эти погорельцы тут у нас. Так, отвлекающий огонь. Пускай стреляет куда угодно. Только не по моим. Ну, смотри, у нас еще одна зажигательная бомбочка. Выпускаем, конечно. Опа. Хорошо, хорошо идет. Идет дело отлично просто, друзья мои. Так, ну тут тоже не стоит забывать. Как-то он жизненько все это сделал, но... Блин, вот эта фигня меня бесит. Давай, 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 родные минометчики. Мы можем его заткнуть маленько. Вот так вот. Пока там дохает, охает. Мы с вами вот так вот сделаем. А? Выкусили? Минус снайперская вышка. Минус вот этот вот бункер. Ух ты, смотри, что у него тут стоит. Я только сейчас увидел. Идем, друзья мои, идем очень хорошо. Опять, а нет, я думал опять матрасы. Но тут уже нормальная преграда. Уже какие-то каменные. А что там такое? Что там за звуки? Ты куда побежал-то, эй, парень? Орлик, вернись. Я все прощу тебе. Такая лужа крови, кого-то раздавили там что ли. Ну. Ага, ага. Слушай, по-моему, этот сосунок свое получил. Я ему отомстил, по-моему, даже очень жестко. Точка сбора, я считаю, вообще никчемная фигня. Хотя, если тебе нужно именно в определенную точку, да, сделать сборчик, вот так вот, например, они побегут именно туда. Они абы как и абы куда. Смотри, смотри, смотри. Пока флажок у нас не опустится, да, они так и будут сюда двигаться.
Ну что же, я отомстил. Дайте мне, пожалуйста, 6-й уровень за мои старания. Ну, ну, прошу, прошу вас. Дайте мне... Изи, изи, ребятушки. Так, бонус точности. Слушай, а мы можем с вами точность плюсовать? Вот, совсем другое дело. Порадовали папочку, смотрите. Так, отвага. Наконец-то я начал получать отвагу. То есть это за уровень, да? И по 5000 валюточки. Получена карта нового типа. Для повышения уровня бойцов требуется отвага. Чем выше уровень бойца, тем больше бонусов можно ему добавить. Так-с. Повышая ранг своих бойцов в казармах, чтобы открыть новые ячейки для бонусов. Ну вот, вот. То есть с этого момента, я так понимаю, мне будут выпадать именно вот эти вот значки отваги, за которые, естественно, я смогу улучшать своих ребятулек. А что здесь такое? Предложение, ранний доступ. Комплект «Взрывай и жги». Ну, всего лишь 5 бакинских. Тебе дают 20 тысяч боеприпасов, ракетчик, огнеметчик и куча 8 карт атак. Понял? Вот так вот. Всего за 5 долларов, но мы с вами без донатика играем, ребят, так что не обессудьте. Ну что, я думаю, наверное, на сегодня можно сделать перерывчик, да? На сегодня. Неплохо повоевали, получили уровень, причем довольно неслабо получили. Тут боев, наверное, еще 5-6, и у нас будет 7 уровень. Ну, а с 8 уровня, я так понимаю, там будут обалденные плюшки, там мы сможем с вами улучшать наш центр. Там наверняка появятся уже новые юниты, там наверняка у нас появится крафт. Да, что мы сможем с вами соединять вот эти вот карточки, где дают 1% точности, да. Если у нас есть излишки, мы их просто будем объединять, и, соответственно, у нас будет точность уже еще лучше. Но это все, естественно, мы будем смотреть в следующих выпусках. Ну а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.